Если не зашла Снегурочка. Ух ты, ё, Снегурочка! Снегур! Судя по виду, внучка был... Майни вновь с вами. Всем привет! И сегодня у нас реакция. Не поверите на кого, на Закатуна, которого долго не было, который отдыхал. И вот он выпустил ролик. Праздник удался. Три точки. Видимо, загул был хороший, раз выпустил он видео только когда? Какое сегодня число? Давайте посмотрим. 25-е, он выпустил 24-го. 24 дня праздник у него удался. Конечно, удался. Хорошо, он поотдыхал. Так, чё, будем смотреть Закатуна. Также вы можете посмотреть то, что у меня есть магазин игр. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете 100% купить аккаунт. Даже с полным доступом. Также есть промокод MINI10, по которому получите 10% скидку. И знаете что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте, я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь давайте смотреть Закатуна, что будут тянуть дальше резину. Поехали. Закатун Продакшн представляет. Вау, посвящается 1 января. Вау. Вроде праздник был вчера, но голова раскололась, как от лезвия дрова. Больше что, грустно как-то? Закатанул. Пацаны, а где же люстра тут была? Кто а люстры нет. Больше не могу. Отравился печенюшкой, я не вру. По-любому. Все пройдет, когда рассольчик охлебну. Я все выпил, ах ты ж падла за душу. Вот так лишается друзей за рассол. Не будь бякой, оставь рассольчик. Ну, вот привет. Именно. Все уже выбросили елки. Надеюсь, вы. Надо не выбрасывать елки, надо покупать, блин, искусственные, чтобы не портить природу. За природу. Ну реально. Зачем, блин, мы живем в 21 веке, 2020 год. Покупайте искусственную елку, ставьте, потом, как заканчивается Новый год, прячьте ее куда-то, а потом снова ставьте на следующий год. Ребята, не портите природу, не портите экологию. Страшно выходить после Нового года, через пару недель, когда елки валяются огромными кучами. Вы просто покупаете и выкидываете их. Ноль смысла. Просто ноль. Ладно, если там люди садят себе настоящие елки там во дворах, там если у них свой частный дом, и потом их наряжают. Это круто, окей, садите, пожалуйста. Или покупайте елки с корнями, потом куда-то их закапывайте, садите. Тогда ноль претензий. Ну, когда вы просто вырубленную елку садите, потом она умирает, ничего там классного нет. Вы ждали моего возвращения. У меня жопа горит. Отдыхать, немножко. Конечно, хорошо, но и по вам я уже соскучился. Готовы разбавлять да, мы так свои и соскучились. Трудовые будни моими охренительными историями? Тогда ушки на макушке, мне есть чем с вами поделиться. За эти праздники я успел попасть в аварию, просрать 10 тысяч в сугроб, неудачно разыграть друзей и спасти Деда Мороза. Ну, слушайте, неплохой праздник у него, реально праздник удался. Короче, все как обычно. Оу, что это за... Все равно будет составка меняться в будущем? Походу, в следующих видосах будет составка меняться, или что? Или что это? А, уже поменяется такая составка. Ну, прикольно. Да, окей. Немножко не в том году, но так нормально, нормально. Еще и пульт от телека. Ну, блин, за которым вообще в прошлое переместился. В последнее время я частенько передвигаюсь на такси. Это быстро, удобно и, но как Sonic. Оказалось, не всегда безопасно. Был час ночи, пора домой. Как обычно, заказал такси. Эконом-класса, разумеется. Я вам что, блогер-миллионник в бизнесе кататься? А... Ну да. Важно. Как только мы отъехали от дома, я сразу почувствовал, что здесь что-то не так. И дело было даже не в том, что таксиста звали как-то типа Чуганды Бахстыглы, клянусь я русский, а в его странной манере. Да ладно, да кто мне звонит? Так, простите, я перезвоню потом. Но сперва я этого не замечал, так как был увлечен Raid Shadow Legends. О, Raid Shadow Legends. Ну, вы знаете, что еще игры на моем сайте есть, как бы. Ссылка в описании в комментариях. Я об этом говорил в начале игры. А мы возьмем и сделаем вот так. Пока поговорим с вами, было очень приятно пообщаться. У меня, как видите, понемногу все проходит. Ну, конечно, вот это щека больше, да? Это заметно. Ну ничего, когда-то отек сойдет. Я смогу нормально кушать. Когда-то все это смогу. Макс, такой получит 6 случайных человек, которые... Не, еще не все. Еще не все? О, все.
Итак, возвращаемся. Не, я ничего против Rage of the Legends не имею. Вообще ничего не против игры, вообще каких-либо не имею. В пути мы знаете, несколько хотите, раз останавливались копать. Посреди дороги, при том, что никаких светофоров и пешеходных переходов не было. Пару раз съезжали на встречную полосу и бодали сугробы на пустой дороге. Да что тут происходит, думаю я, смотря на водителя. И вроде бы глаза у него открыты, за руль держится. А может он слепой просто? Но что-то явно не так. Думаю, ладно, еще одна такая выходка и попрошу меня высадить от греха подальше. Но, разумеется, я не успел. Подъезжая к очередному светофору, вместо замедления он вдруг начал набирать скорость. Только я успел крикнуть «Тормози!», как мы врезаемся впереди стоящую машину. Не, ну пипец, вашу мать, а что за херня? Так-то? На ровном месте. Все вопросы к спящей красавице. Короче, этот балбес просто взял и заснул за рулем с открытыми глазами. Офигеть, это крипово, это же могло бы случиться намного страшнее, нежели просто авария. Ну нафига вы работаете, перерабатываете? Я понимаю, что деньги всем нужны, но вы же жизнь свою можете угробить, жизнь чужих людей можете угробить. Я ребята, думал, ну думайте головой. Возможно. Естественно, мне вернули все деньги за поездку и дали немного компенсации сверху, но все равно, теперь стараюсь не кататься на такси по ночам. И вообще, я тут заметил. Надо, если садиться на такси, то садиться возле таксиста и наблюдать за ним, чтобы точно, чтобы смотреть, ты нормальный или общаться с ним по дороге. Я не знаю, стрёмная херня. Что последнее время вся хрень, что со мной происходит, случается ночью. Например, случай из прошлого ролика или это авария. Естественно, при таком раскладе новогодняя ночь ну никак не могла пройти без инцидентов. Сперва расскажу про крайне неудачный розыгрыш. Ага, снова. За пару дней до праздника я зашел в магазин сувениров выбрать подарки для друзей, и на глаза мне попалась игрушечная силиконовая какашка. К слову, отлично. Очень натурально выглядящая. Естественно. Я понимаю, лучший подарок другу. Я не мог пройти мимо. Реализовал я ее уже непосредственно в новогоднюю ночь. Когда пошел в туалет, положил ее на ободок унитаза в надежде на бурную реакцию со стороны хозяина квартиры. И, о чудо, он как раз пошел в туалет после меня. Я сидел в предвкушении криков и негодования, ух, что сейчас будет. Но, вопреки ожиданиям, он просто вышел оттуда со спокойным лицом, прошел на кухню и вернулся в туалет. Но уже не один, а со своим котом. Блин, я совсем... Он подумал, что это кот. Я позвоню чуть позже. Простите. Это подстава для кота. Он его забыл. Простите. Я поспешил вслед за ними, дабы кошак не получил напрасно, но немного опоздал. Кто это сделал? Я тебя спрашиваю, тебе нахрена лоток купили, чтоб ты в мой туалет ходил, а? Бедный кот. Да постой. Ну все, кот будет мстить. Вот теперь он реально какает на вас. Ну вот что поделать. Если бы этим все кончилось. Но, увы, кот не стал мириться с таким отношением к себе. Вырвался из рук и, падая, зацепил какашку лапой, начав бегать с ней по всей квартире. Пару раз забежав на стол с едой. Хоть какаха и была искусственной, но все равно побывала на ободке унитаза, поэтому половину еды пришлось выбросить. А кота усыпить. Да шучу. Нет, кота не трогать. Ну правильно, что еду-то портить? Салатики? Там ночные приключения не закончились. Ну, во-первых, я снова просрал кучу денег, купив салют, который упал и начал расстреливать сугроб, пугая прохожих. Но ничего, я к этому уже привык. Минус сугроб. Хоть фонтанчик отработал нормально, правда мало. Я не люблю салют, не знаю, не фанат пиротехники, не знаю почему. Все что ли? А вот всё, к чему я не был готов, а еще можно? Это к следующей ситуации. Когда отгремело уже большинство салютов, мы с друзьями собрались прекрасные выйти танцы. Погулять. Оделись, обулись, открываем дверь и видим картину. За дверью тамбура в подъезде прячется Дедушка Мороз. Простым жестом он дал понять, что мы его якобы не видели. И все это казалось нам очень странным. Странный Дедушка Мороз. В подъезд не зашла Снегурочка. Ух ты, ё, Снегурочка! Снегур! Судя по виду, внучка была старше дедушки. Вы тут ряженого не видели? Нет. Это Снегурочка убийца, это Хитман переодетый. Вот этот ворот зашарил уже.
Оказывается, это что? Была его жена, которая ищет его, чтобы отвесить пенделя, так как дедушка проявлял знаки внимания к Снегурочке помоложе. Во всяком случае... А, ну да, слушайте, заслужил он пенделя, какого хрена? У тебя жена есть, разводись и шароварь там со всеми, кем хочешь. А так, простите, если ты женат... У тебя есть дети, будь в семье. По его словам. Так что таким образом мы, можно сказать, спасли его от неминуемой скалки правосудия. Это, надеюсь, конечно, он придет, ему еще скалкой фиганут. Далеко не все, что происходило со мной за время отдыха, иначе ролик бы растянулся минут на 30. Но о, я ну еще будет рассказать о самом необычном. Здесь еще будут ролики новогодние. Упоминать в про новогодние. Вы можете поделиться про новогодние своими праздники. Господи, новогодними приключениями, я тупел, в комментариях. Простите. Уверен, вам есть что рассказать. А пока я буду постепенно вливаться в работу и постараюсь. Наконец-то заказан будет выпускать ролик. 3 недели. Нужно работать, а то Новый год уже скоро, меньше года осталось. Приветствую всех новеньких на канале и благодарю всех стареньких, что остаетесь со мной. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Круто. На самом деле, ну Деда Мороза не респектую. Деда Мороза дизреспект. Фу, шляться по чужим. Фу. Фу. На Деда Мороза. Фу. Нельзя так. Нельзя так делать. Блин, видос забавный, рад, что Закатун вернулся в строй, рад, что выпускаются ролики. У меня новогодние праздники прошли довольно тихо, мило, уютно, меня это очень радует. У меня давно таких уютных праздников не было, он был супер милым, прям. Я к нему так долго готовился, и мне очень понравился, у меня много хороших воспоминаний о нем. А как прошли праздники у вас? Были ли у вас какие-то приключения на Новый год, как у Закатуна? Что вы там делали, чем вы занимались, что кушали? Хоть про еду где-то почитаю, понимаете, возле меня лежит еда, который ест Катя. Вот, например, хрустящая палочка. Понимаете, знаете, эти трубочки вкусненькие. Вкусненькие, а я не могу ее есть. И мне грустно. Мне грустно. Тупые десна. Тупые зубы мудрости. Ребята, ссылка, опять же, в описании. Приходите, подписывайтесь на Катуна, подписывайтесь на мой канал. Знаете, что у меня есть магазин. Опять же, ссылка в описании, в комментариях. И будем отцами. Всем удачи, всем пока.